Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы поговорим об одном высокосном ритуале на деньги, который мы привлечем богатство. И это мы будем делать этот ритуал именно 29 февраля. 29 февраля, наверное, все знают, что это дополнительный день в году, который бывает раз в 4 года. Этот год называется высокосным. 29 февраля можно назвать особо мистическим и неведомым днем. 29 февраля – идеальный подход для любых денежных ритуалов. В это время энергетика находится на пике, и это помогает росту доходов и увеличению достатка. 29 февраля любой ритуал станет сильнее обычного, поскольку этот день представляет собой открытую энергию, которая гуляет по Вселенной. Отрицательные или положительные волны привлечь гораздо проще, поэтому рекомендуется в этот день своевременно озаботиться состоянием ваших энергетических потоков и привлечь деньги в дом. В высокосный день можно проводить любые ритуалы на деньги, просто они будут более действенными. Мы в этом видео поговорим об одном ритуале, о том ритуале, который позволит вам не тратить много сил и времени и подойдет даже для тех людей, которые далеки от эзотерики в повседневной жизни. Итак, для начала найдите стационарные зеркала в вашем доме. Они все нам будут нужны. Переносные и маленькие зеркальца соберите в одном месте. Они вам нам тоже понадобятся. Дело в том, что зеркала способны притягивать энергию, а потом отдавать ее. Поэтому накануне проведения ритуала старайтесь не испытывать негативных эмоций. Нужно быть на эмоциональном подъеме. Далее, рядом с большими зеркалами необходимо положить тысячные купюры. По одной у каждого зеркала. Если внизу нет полки, следует аккуратно приклеить их скотчем к самому зеркалу. У входной двери можно рассыпать мелочь, а абсолютно все мелкие зеркала необходимо положить рядом с местом, где вы храните все свои сбережения. Все это делается с самого утра, как только вы встанете. Высокосному дню покровительствует цифра 4. Поэтому после того, как вы сделаете все вышесказанное, вам надо будет 4 раза прочитать денежный заговор для высокосного года. Читать необходимо рядом с одним именно из больших зеркал. Слова заговора следующие. Деньги мои берите, но заработать помогите. Удачи дайте мне побольше, кошелек потолще. Озолотите, матушка природа, дайте мне успешных 4 года. Перед тем, как наступит полночь, необходимо убрать все деньги и вернуть все на свои места. После этого прочитайте денежный заговор еще раз до наступления 12 часов. Положительная энергия начнет свое действие утром, когда энергетика Вселенной придет в норму. 29 февраля – это день, когда абсолютно все имеет свое значение. Даже самые мелочи способны пробудить как в нас добро или зло. А самые незаметные вещи способны обогатить нас денежной удачей. Поэтому, друзья, все в наших руках. Мы вам желаем мира, любви, гармонии, конечно же, богатства. Пусть все в вашей жизни получается. Ну, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно посмотрите другие видео на канале. У нас постоянно выходят новые интересные видео. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся в следующем видео.